В США нашли двуглавого олененка. У самок оленей было одно тело, но позвоночник расходился в грудной клетке на две части. Животное, скорее всего, родилось мертвым. В штате Миннесота в лесу нашли новорожденного олененка с двумя головами и шеями. Об этом в понедельник, 14 мая, пишет Science Alert. Необычную находку обнаружил грибник. После изучения трупа животного, ученые установили, что это была самка белохвостого оленя. Оленята оказались соединенными близнецами, первыми, о которых известно, что они были рождены. Все другие примеры таких соединенных близнецов наблюдались только в утробе. Исследователи провели вскрытие, МРТ и компьютерную томографию тела в ветеринарно-диагностической лаборатории Университета Миннесоты. Они обнаружили, что у самок оленей было одно тело, но позвоночник расходился в грудной клетке на две части, так что были две отдельные шеи и две отдельные головы. По состоянию легких исследователи выяснили, что животное никогда не дышало и, видимо, родилось мертвым. Также у него было два желудочно-кишечных тракта. Селезенок тоже было две. Печень была одна и деформирована. Ранее на одной из китайских ферм родился поросенок с тремя глазами и двумя носами. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.